Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст. Мы на канале Friday School. И сегодняшнее видео не будет посвящено никакому разбору вокала, но, как планировалось. Сегодняшнее видео также не будет посвящено каким-то фактам из истории нашей любимой своей музыки, потому что это сейчас меркнет по отношению к тому, что происходит вокруг нас. Собственно, все вы заметили, что мир обезумел. Все вы каждый день видите, как и я, посты о разных странных происшествиях, о разных инцидентах убийства на почве ревности, на почве семейных каких-то бытовых проблем, на почве алкоголизма, наркомании и прочего. И мы с вами варимся в этом ужасе. И более того, Белгород даже обстреливается, и там тоже есть пострадавшие. Но пятничные события, а именно теракт в Крокус-Сити-Холле в Подмосковье, абсолютно выбил из колеи как и меня, так и всю нашу команду. И, собственно говоря, мы хотим выразить соболезнования. Все. То есть весь Friday School, включая канал, включая педагогов, хотел сказать, извиняюсь, преподавателей, включая и студентов, выразить свои соболезнования жертвам данного события, родственникам этих жертв, родственникам погибших, мужчин, женщин и детей, которые беспощадно расстреляли. И мы не знаем, что сказать. Мы не знаем, чем мы можем помочь, как мы можем помочь. Потому что никакие слова, никакие деньги, никакая такая поддержка, она не исправит уже содеянного. И тем более вряд ли поможет людям, которые действительно пострадали. Но, тем не менее, оставаться в стороне просто невозможно. Потому что это люди, все люди гражданские, каждый из нас мог оказаться на этом месте. И от одной мысли даже становится уже не по себе, а становится невероятно страшно. Вот. Насчет аудитории нашего канала. Все, кто смотрит это видео, поделитесь в комментариях всеми возможными ссылками на фонды, которые занимаются поддержкой, помощью родственникам и самим жертвам данного события, этого теракта. Выскажите свое мнение по поводу этого, потому что вы все видели эти ужасные кадры, вы все видели последствия этого события, и все буквально вы держите руку на пульсе. Вот. Но прежде чем вы это сделаете, я в конце видео не буду предлагать вам подписаться на канал, не буду предлагать вам записаться на занятия. Я просто хочу предложить вам вместе помолчать. Спасибо за внимание.